Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів. Доброго дня, і з вами «Драйв» і коротенька подорож історією автоспорту. Поки екіпаж київської команди «Євроламп» готується до наступної гонки, що відбудеться на естонському острові Саарема, ми подивимось на автомобілі марки «ГАЗ», представлені у музеї моторспорту Естонії. Їх тут багато, але зупинимось на найвідоміших. М20, ГАЗ-21 «Волга» та ГАЗ-24 «Волга». Победа – это вот, аматеров, которые тоже вот, ехали разных там ориентировочных ралли, но это, в принципе, ориентировка. Но как это, бегают или едут на машине, это одно и то же, в принципе. Такой хорошей краски в то время не было. Это выглядит лучше, но это уже не оригинал. Это не похож к оригиналу, но выглядит лучше. Музей показывает это, конечно, прелесть, потому что победа так хорошо никогда не выглядит. А ось 21-ша «Волга», яка була автомобілем для прописки траси на фінському етапі чемпіонату світу у місті Ювяскюля. Це та сама гонка, з якої колись почався чемпіонат світу з автораллі. Найяскравіше раллі сезону. І якщо сьогодні виїзд українців на гонку у Фінляндії є вже звичним явищем, то у часи СРСР це було подією доволі незвичною. Приготовлення легенди. Использовали эту машину, да, это привозили обратно с Финляндии. Это заводская машина? Ну, это не раллиная заводская, это просто вот завод выдавал машину для приготовления к ралли. Так что это не прямо раллиная машина, это просто командная машина. Какая история? Достоверно известно, что она именно прописочная была. Но это использовали в Финляндии, потом Конела продала машину, то есть, ну, есть документы все, и вот поэтому мы это и... То есть вы ее из Финляндии привезли? Из Финляндии привозили, да. А вы ее растамаживали? Конечно. Ну да, потому что номера, это же, ну, в Эстонии стоит на учете сейчас. А. Это не мы, это у нас один партнер привез, так что... Это его машина, мы просто вот изучали историю, чтобы, ну, случайные машины сюда не попали. Ну і наостанок – 24-та «Волга». Ця модель також мала велику автоспортивну славу і виступала у багатьох дисциплінах – іподромних гонках, кросі, раллі та у кільцевих змаганнях. Ось, наприклад, як виглядали перегони за участю «Волг» на київському автодромі «Чайка». Вот это прошла авторемонтний завод. Койру був такий в Естонії, де ремонтували 20... То есть, где ремонтировали «Волги», сначала 21-е, потом 24-е, и потом машину приготовили к ралли. То есть, это не командная машина, это просто вот для советских гонок. Из подручных материалов сделаны всякие оборудования. Здесь, например, руль от «Балканкара». Видно еще здесь эта кнопка, чтобы крутить, но в ралли крутить не надо, потому что оригинальный руль – это слишком большой, неудобный. И купить сюда «Момо» или «Спарко», за это надо было выдавать рублей, но, я думаю, больше, чем месячная зарплата. Ненормальная, и валюты-то у нормальных, обычных людей не было. Потом «Спидмастер» сделано с глубокомера судна. От точини станка відбрали лампочку. Сидіння теж естонські в спортклубі «Карксі» зробили. Ну, каркас – це просто з трубов. В тюрі лили литі диски. Так що от таким образом приготовили раллійну машину для участия на чемпіонаті Естонії, для участия на чемпіонаті СССР. Ну а в нас на сьогодні все. Зустрінемось у наступному драйві. Спонсор показу «Євролам». «Євролам» – світло чемпіонів.